Добрый день, меня зовут Ульяна, и тема нашего урока ⁇ это география природопользования. Во второй половине XX века человечеству пришло понимание о том, как они используют природные ресурсы в хозяйстве. В результате деятельности человека произошло ухудшение и даже исчерпание некоторых природных ресурсов, а также загрязнение окружающей среды. Проблемы взаимодействия человека и природы стали главными объектами для исследований некоторых специалистов и выделили такое, как природопользование. Это сфера общественной деятельности, направленная на удовлетворение потребностей человека с помощью природных ресурсов. Задачи природопользования ⁇ это обеспечить экономическую эксплуатацию природных ресурсов и наиболее эффективный режим их производства а также сохранить для человека здоровую окружающую среду. Природопользование делится на две составляющие. Это рациональное природопользование и нерациональное. Рассмотрим сначала структуру рационального природопользования. Это разумная эксплуатация природных ресурсов, при котором среде не наносится серьезного ущерба. Также это относительно полное использование природных ресурсов. Это утилизация отходов обеспечение полного восстановления природной среды и охрана природы. Примеры рационального природопользования ⁇ это система оборотного водоснабжения на предприятиях, переход тепловых электростанций с каменного угля на природный газ, комплексное использование добываемого сырья, а также переход на альтернативные источники энергии. Нерациональное природопользование это неразумная эксплуатация природных ресурсов, при котором окружающей среде наносится серьезный ущерб. Также это истощение природных ресурсов, это большое количество отходов, также загрязнение окружающей среды и примеры нерационального природопользования. Это осушение болот в верховьях рек строительство ГЭС на равнинных территориях это сжигание попутного нефтяного газа, а также извлечение одного компонента из полиметаллических руд и создание терриконов. Давайте рассмотрим особенности природопользования в странах мира. Мы сгруппировали страны на три группы. Первая группа это страны развитые, европейские. Это Германия, Великобритания, Швейцария, Дания и Бельгия. В этих странах наблюдается рост объемов производства и снижение масштабов загрязнения окружающей среды. Вторая группа ⁇ это большинство стран СНГ и бывших социалистических стран зарубежной Европы. В этой группе наблюдается снижение роста производительности и сокращение масштабов загрязнения окружающей среды. Есть еще третья группа, в которой включены все остальные страны. Это группа, которая характеризуется ростом объемов производства и увеличением масштабов загрязнения окружающей среды. Мы можем сказать, что в первой группе стран уже введена политика рационального природопользования. Масштабы вторжения человека в природу огромны. Мы можем наблюдать, что одна пятая территория суши очень сильно изменена. И на 70% территории происходит отрицательное воздействие деятельности человека. Лесной покров и океан — это основные поставщики кислорода на нашей планете. От первоначальной лесопокрытой территории осталось всего 50%. Обезлечивание территории приводит к опустыниванию. А для многих малоразвитых стран лес является основным видом топлива. Давайте посмотрим на антропогенные ландшафты. Также проблема водообеспечения является наиболее острой, так как около 60% суши не обладает достаточным количеством пресной воды. Примерно одна четвертая часть жителей ощущает нехватку воды. В менее развитых странах около 50% сельских жителей и 1 четвертая горожан не имеют доступа к чистой питьевой воде. Также большое влияние идет на загрязнение мирового океана и на ухудшение его естественного состояния. Мировой океан ⁇ это не только источник пищи и главная транспортная артерия, но и в настоящий момент он является резервуаром для отходов. Мы знаем, что на сегодняшний момент известно три типа загрязнения мирового океана это через сток речных вод, наиболее загрязненные территории это шельфовые зоны и около устьев крупных рек. Также через атмосферные осадки сюда в океан в первую очередь попадает ртуть и свинец путем осадков и вследствие неразумной хозяйственной деятельности в самом мировом океане. Например, самый крупный разлив нефти произошел в 1967 году около берегов Великобритании. Тогда при крушении крейсера было вылито в мировой океан более 100 тысяч тонн нефти. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке.